Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Итоги работы за отчетный период подвели руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Подробности далее. 2800 обращений граждан поступило в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое. За прошедшую неделю стражами порядка возбуждено 38 уголовных дел. 34 преступления раскрыто по горячим следам. Межмуниципальное управление Люберецкое работало и продолжает работать в усиленном варианте несения службы в связи с теми, что предстоящие праздники, предстоящие выходные, которые будут проходить, и также было пасхальное воскресенье, Красная Горка. Представители управления благоустройства и ЖКХ отчитались об итогах общеобластного субботника. В массовой уборке приняли участие более 43 тысяч жителей городского округа и 175 единиц спецтехники и средств малой механизации. Выполнены работы на общей площади более 2 400 тысяч метров квадратных. Всего собрано мусора порядка 22 250 метров кубических, что соотносимо примерно со 185 железнодорожными вагонами. Также в рамках субботника на придомовых территориях производилась высадка зеленых насаждений. Всего мы за этот период уже высадили 470 деревьев, кустарников. Участники совещания выслушали доклады по уборке и содержанию дорог. В городском округе Люберцы началась первая волна ремонта автомобильных магистралей. В нее вошло 14 участков. Общая площадь ремонта составит 45 тысяч метров квадратных. Адреса все представлены у нас на сайте городского округа Люберцы. По завершению первой волны начнутся работы на автодорогах, вошедших во вторую волну. Это 9 дорог общей площадью более 61 тысячи метров квадратных. Рассмотрели и вопросы, связанные с безопасностью на объектах дорожной инфраструктуры. В преддверии летних каникул глава городского округа Люберцы поручил управлению образованием провести профилактические беседы с детьми, разъяснить правила поведения на ЖД, путях и проезжей части. Луиза Игиасарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.